В детском саду села Пешетравневая в этом году выпустили в более взрослую школьную жизнь 42 воспитанника. Для детей это первый в их жизни выпускной бал. Красивый экзамен, на котором необходимо показать, чему ты научился в стенах ставшего родным детского сада. Сьогодні свято, я думаю, буде цікаве, веселе, змістовне. Сьогодні у нас будуть присутні на святі всі наші батьки. Я думаю, що їм сподобається наше свято, тому що вихователі разом з дітьми дуже готувалися до цього свята, вивчали пісні, таночки, дітки будуть розказувати вірші, будуть показувати свої знання, ті, які вони набули на протязі перебування в дитячому садочку. В селе нет чужих праздников. Казалось бы, ну что такого, выпускной в детском саду. Но для сельской громады зачастую это событие, в котором принимают участие не только дети, родители и воспитатели, но и сельский голова и даже депутаты. Валерий Стайлаки, сельский голова, поздравил родителей и детей с знаменательным в их жизни событием и рассказал, что нового в этом году планируют сделать в дошкольном учреждении. Мы стараемся с каждым годом делать какое-то улучшение в детском садике. В этом году мы будем менять в старом помещении детского садика полностью все отопление, будем ставить новые стальные радиаторы и будем подключать детский садик до школьной пилетной котельной, для того, чтобы мы ушли от газа. В планах проведения капитального ремонта остальных помещений детского сада. Но это станет возможным при увеличении бюджета. Ведь в скором времени Пешетравневый сельсовет объединится с соседними сельсоветами в единую громаду с центром Визирки, которая имеет значительные бюджетные поступления от предприятий портопромышленной зоны. Детский сад у вас очень хороший. Я думаю, что, уверен, в будущем мы с вами будем встречаться не только в детском саду, но и в школе. Будем совместно решать все проблемы села и школы. Депутат районного совета Виталий Кутателадзе привез подарки от предприятий терминала ТИС и областного депутата Олега Кутателадзе. Подарки для будущих школьников полезные. В них все необходимое для обучающего процесса. Я уже второй раз на балу таком красивом. Вчера был первый раз. Мне это очень нравится. Спасибо вам. Я хочу поблагодарить Ярославу Ивановну за то, что она организовала такое мероприятие. Также я хочу поблагодарить весь воспитательский состав, который за ваш профессионализм и труд, который вы вложили в это. Дочки и сыновья подросли, уже идут в школу, но родители с ноткой сожаления оставляют такое уютное и надежное детское учреждение. Ведь сами немало потрудились для создания комфорта и благополучия своим чадам. Дети, видно, что подготовлены. До школы мы отримали дети те знания и ту подготовку, відповідно до якої потрібно йти в перший клас. Тому я вважаю, що вообще наш садочок вважається одним із найзразковіших садочків в всьому районі. Ну, мабуть, персоналу дякувати всім тим, хто допомагає нам, це і спонсори, це і сільська рада. І ми знаємо, що нас ніколи не обходить увагою обласний депутат Олег Жумберович Кутателадзе. Тому дякуємо.